Мы компания Relake, мы из Беларуси. Мы представляем сегодня 4 новых вкуса в основной линейке Dripline. У нас есть Эголайн и у нас есть новая линейка Cat Eat. Отличные миксы, новые вкусы. Это Ван Гог, это классический коктейль из абсента с цитрусовым пуншем. Далее шоколадный бисквит с апельсиновой цедрой и текуки, чай с малиновым вареньем, хит. И по выставке, как бы, и встретил отлично. По выставке именно по тому, насколько много люди выпаривают свой сит, однозначный. И фрайды – это клубнично-сливочные конфеты. Как давно вы на рынке? Около года. В Украину вы только-только заходите, в Украину, да. В Украине у нас появились официальные дистрибьюторы наши, которые занимаются оптом, розницей. У нас склад в Киеве. Как вейпинг, как культура в Беларуси, он как-то отличается от культуры вейпинга в Украине? Нет. Это культура, и она развивается хорошо. Каких-то кардинальных отличий может быть во вкусовых предпочтениях, потому что не каждый человек на Украине понимает, например, наш вкус ковришка. У нас что такое ковришка, знают все. Ну, это как бы пирог, это выпечка, специальная рецептура. То есть точно так же, как бы, ну и в России, то есть не понимают. Возможно, по вкусовым предпочтениям, потому что, в принципе, у вас есть какие-то ваши блюда, у нас есть какие-то наши блюда, поэтому разница вкусовая есть. Она присутствует. Да. Пожелаем успехов. Спасибо вам, большое. Вам, Relake, VPF 2017.